وإذا خرجنا من النقطة اللي كشتها بازون جاوت نو خبر تيم انفرماسون را وقت آبونا إستوريون زونت كانديدات پروفيسر كوكويت آزايا استايا زي يوبيليتستان وقت در صد زوندون كنفرنسي زرد صد إستوريون زوند ما آخر گوندستر خواهي باوردل كوكويت آزايا صارت اما زوندون كستت خواهي باست تكوتوي داقلات ده Он это захара номал зона диртасан института вагдерсе тимблфанг. Историон зона десел гоймаджироле мабнате тимайл. Мазал вагдерсе историон зона те кандидат профессор кокой таза баграда чеже стаязе сетен. Чинник дар вагда институтан дар денис ма нуж дар бомсесат машамай. Менаш дар Алурис Андрович урта фастебол. А в шедаре дар дар денис ма им вагай. Брошура ху. Мамуша кутта дар сезаза тумам тунхау. Дартер Института этнологии Хаады Сарглава Колумбек Робер Даглад Бакас Аза Багратовна Кокоева Исследовательские горизонты ученого Этимайл Колумбек Робер Бонасан Кутта Кокой Таза Пацахадун Университета Ирестуна Историяма Кавказ Зунады Кафедры Кайкаса Этнографии Ахарганаджи Костем Рангмар Хай Зунады Иртасы Ируна Дамма Морда Варанема Мессины Фатк Погребальная обрядность она не только сложная, не только требует эмоционального переживания, но и затратная. Только человек, обладающий легким характером, легким восприятием мира, только может заниматься вот такими трагическими вещами. Потому что если мы будем все это принимать на себя, то мы повторим судьбу объекта наших исследований. У Азы Багратовны очень интересная сложилась судьба. Некоторые, когда достигают определенного возраста, говорят, «Эльма Масяха, все уже достаточно, могу сидеть спокойно, какие там амбиции, какие свершения». Но Аза Багратовна в таком, скажем, возрасте, который перешел с юности, решила расширить свои знания и стала работать на кандидатской диссертации, которую с успехом защитила. Тому я свидетель, скажу даже больше, благодаря Азе Багратовне я сам воодушевился именно вот на защиту кандидатской диссертации. Большую помощь в понимании этнографической действительности оказала вот ее коллега, старший коллега Зинаида Давидовна Кадырова. Вот в этой связке они обошли практически всю Осетию, бывали почти во всех ее уголках. Ну, Южная Осетия, она и так была им известна по факту проживания. Оймар азырта ахыргунды сардыма зунадун архайды тэхэй. Этнографион экспедиции тээмэ сармагун литература ахыркэн нэфэрсэ кэвун сарды сурэт. Адамун архай кэнзэн радит той нук фэлгэстэм. Этнография в том, что нужно ходить. Хавай-хавай нужно ходить. Для этого нужна выдержка, физическое состояние, хорошее умение разговаривать с людьми, умение устроиться в незнакомом обществе, в незнакомой местности, найти место для ночлега, для питания. И для этого нужна большая коммуникабельность, и Аза Багратовна в этом плане была на высшем уровне. Аза Багратовна, конечно же, она хорошо знала сельскую жизнь, а вы знаете, что этнографы в основном изучают периферию в городах, это только сейчас начали изучать жизнь современных городов. Раньше все это было предметом изучения этнографов, это провинция, отдаленные села, города. Колумбек та Роберт на хастам гаскарам бердгун дар маджита систематизации фадатратта зунадун статья табаса таканен МСМ хоре равазен. Аза Баграта чеже фетса публикации тефазен десте журнал фидио аджи фарсил стай та андар авторитетун равагдаттем. И, конечно, вот главный труд ее научной сферы, это в 2015 году она выпускает книгу, вот она за мной, этнокультурный феномен погребального обряда в Осетии. Руслан Георгиевич в своей рецензии очень ярко авторизовал эту книгу. Эта книга является наиболее полным на сегодняшний день справочным материалом по части погребальной обрядности. И на материалы, которые собраны Азой Багратовной, неминуемо будут ссылаться исследователи традиционных культур не только Кавказа, но и далеко за ее пределами. Это заключение было как раз сделано как бы провидцем. Сегодня вот часто даже через меня просят передать Азе Багратовне, чтобы ее книгу могли получить. Аза Багратовна прекрасный человек, общительный, душа коллектива. При любом раскладе, когда у вас плохое настроение, ее присутствие сразу
поднимает настроение благодаря ее, так сказать, вербальным способностям, ее глубинным знаниям, скажем так, фольклора. Саза Багратовна, спасибо, что у нас есть, и есть в нашей Осетии, в нашей этнографической науке. Зинаида Давидовна Гагулова. Жизнь, посвященная сельской этнографии, темел Бокас, зона Дештасальный институт этнологии ХАДЭ, зона Дункусак, Кусты Константин. Во многом бы осетинская этнография осталась бы без очень важной составляющей, которая открывается только женщине-исследователю, если бы не такие фигуры, как Евгения Пчелина и Зинаида Давидовна Гаглоева. Я скажу честно, что тогдашние кандидатские и теперешние – это небо и земля. Труд Зины Давидовны – это была вот такая здоровенная, такой толщины примерно, на пачке, точнее книга вот такая вот, 500 с лишним страниц. Кто сейчас из диссертантов представляет полтысячи страниц как кандидатскую, не как докторскую, как кандидатскую диссертацию? Трудно представить. И в центре этой диссертации был праздник Ногбон, праздник Нового года в Осетии. С чего как бы начался ее путь. Да, да, замечательная история. Такой обстоятельной работы по празднованию Нового года нет, да. Можете мне поверить, ни у одного кавказского народа. Да. Нам повезло, что вот она успела это зафиксировать. К сожалению, публикация этой колоссальной работы, она была очень скромной. Это была статья всего. Все в известиях Юго-Осетинского института. Очень интересная, но это реально вот очень небольшой кусочек того, что есть в ее диссертации. К сожалению. Мозала фалгатте моранхаску тендер зунадун архайджете. Кусте зарина кусте раулин фармасуравахтабун. Genialum poet hitek katkustaye regordel sada axay fonzoz sakhaste bun bonusan kutu respublike ala rayunedar berak bunu mazalta waqt sudasta tskhin vala rayunedar urdam arbaxut tuy nerekun feshchata Ирон литературон в заджобен дурварак поэт, невганек драматург, хетя катекостой райгордел саде ахсай фунза за сахастецы танцхин вал район администрации, культура и хаят басет такот там мазал. Урдам рбам вардесте фешче тахсана домине верте скула тах органинекте, ама поэте айваден табу генджете. Мазал райдиане рбрду авджете гений циртма севертой дидин тема винукте. Уйфастецхин вал район администрации сархлавак баззатинал бузнджин хасте захта апет рбрду авджете. Ама бан санкут там мазал эстерн саниуэк. Бузнеген кербатын бэлэстама бун. Эгоген алчи дэрэйзуны гэтэлуэ зоу растэджэ тэсты. Ма мах районы кутфэнда ди. Намажал ушу огэй нашы ди. Фала вэн нэджэ дар бузны кербатын бэлэстам. Ма бун нэрэстэ кэду. Хума гэска нэгдо бокэнджэстам. Ма вэчэген шумажал розам. Умнен кад кав зард навое, ваттерен из яхи гдау умен. Мавите хай хатер. Фалав нештер бузнек кер башед студ. Мен я нум кай варам, мавите хай кустай нум кай варам. Кустай алчи дар зуне, нагит лай фастам, схомел стам ем жав гател. Мазал бани санчен давет кустастер бунат кай ахстай рун адам кисмете, я нум абун дар кай укат, ама нам сисайрак. Пушкину дунио литература эфет. Пушкину поэзии бардо, пушкин эвэлдар пэд, хошой намаз фэлдэста. Фэлэс кустай вэлдар вэрэшчанэн. Умэнэ мэ пушкинэн, яраз мэвэдис, яхи хозэн гигантэ. Кэшэта вэрэсса гэвзаджэ тэх барзун сисдуй, гомэш тэрэскэддуй. Яраз мэвэдис ахар гэнтэ философ тэштэр пэддэ. Кустайэн тэ яраз мэ чивэдис ахан кэвэл ахар кэддэйд. Кустайэн яраз мэ яхи шэйштэрдэ. این وزاد مست خستیست، همین وزاد مست کتایی گویی، همه گست که ما خانون گستا یو بلشتر در ایرون نفر اخور فارس بکیسی برن، آخان گویمون. Журнал Фиди Веджесайрак редактор Годжи Сатынели Ивана Санкотта Хитак Каты Коста Эстерхай Баварт Ирон Адамы Историйма. Коста Махан Нуахта Стерхунтая Айюват Каттариттару Актуалун. Ахшиагут Самайен Разгафалтар Зону Есфалдистат Амайн Барзонт Исой Яйват. بلند خستم وقت جگن ایران آدم ای نشتون در نیچیز آخر داستم بلم
Ирон поет из Валдестаду, а на бендинджес, а моя мохда скоя с тускором, а моя сос хуздара хурканам, амазонам, уяс барзун, таркану густа, бонсан кутта, фисек, нанита асиад. Крайгурт, радар мокасен, да не зато нофта, и густа, и уфендер на хазароди. На фестивале тысяча, десять тысяча, густа не мецер, мохи мецер. Чилда фенде фезил, ал радар густа. Мезумей райгунтен. رایگونت من آل خود در تما زار من تک خود ساما کو بنافته یه مفن خسته کنید از در سیدر از خومل در فلا دا خورما گناویدن از قوبه است از خومل در من قوبه استود کرد یارستوی مازال اکتیوون خاید رایستوی سکولا زوتاو دون رایرت استوی پایت سبرت سارد ساس و زودین آدم ماستود فلاوت در نفلاد یا آدم لکات کننی یعنی ملگا امبرد گونت ایرون فندرای باکاست است ام جفگت در فیدار رخ استاین نیونکت از باستوی روخ سکوونده تخنجلک کننز مارد من نوازنز نخختلم بایستوی سترای چه سلی نویستاینم انز هیوگای نیستم نواختم نبسته فوستر ما هافتن پرخکن سرد فز مل ما فز مل نفی یا نفسته ایو من رام برد کن Поэту отсмыстам гаскахур завта баса таку то инсценировка тадар. Сибирастаг масасарма гундара сырваджи ведун фейстадысты кустай отсмысты кайтартам. Рвелас дари рестун варахай нисанка на густай райгурам бун. Апатах радун вагдат вагд фатсау тематику низар тадар. Кобустагун да харибатар нолд информацион ра вагда бун. Хурзлевар арастарцит ана харсис номел библиотекен. Вемен ячингут фунт факаздык дар алахазун литература. Удун ахсан ставурыса классикта ватсмиста. Россотрудничество имени Борат Солженицына фонда Мавырысак Фасарайнак Чингутысфалды стадум фады проекты фалгатта Анахарсисы Номыл библиотека Амбалавар Котту Эртасада Чины Джоонг. Асымазал уақдырсыд Александр Сергеевич Пушкин Райгурдылду Асада Дуын фонд Азысы Хаста Автамахи Такаты Костай Райгурды юбилейсы тендар. Аппатырым бірду Авджитан Раарфа Котта библиотека директор Гуцмасты Инна. Ама баны сан Котта Зағганам Абун Ис Атсак Барак Бун. На Чингуты фонд Фафылдар Алыхузун Ирт Айвадун литературая, ахрадун рмаджита, истории чингутай, амандар зынарг литературая. Действительно поздравляю вас с этим большим праздником, с праздником книги. Благодаря Русскому дому зарубежья имени Солженицына через посредничество Россотрудничества нам предоставили вот этот большой дар, за что мы, конечно, сегодня благодарны. Наш книжный фонд благодаря вам пополнился и стал гораздо богаче. Русский дом и сарглавак Сергей Комиссаров дар Раарфа Котта библиотека кушши танацы ирт барак боны цитана мама бузнычына хаста захта мазал с организацией ганджетан. Мы знаем о проблемах библиотек Южной Осетии, о том, что их фонды стареют и требуют пополнения, и уже хорошей, доброй традицией становится наше взаимодействие с двумя структурами российскими. Это Дом русского зарубежья Солженицына и Фонд наследия русского зарубежья. Уже второй год мы имеем возможность проводить гуманитарные миссии и передавать книги. В прошлом году это была библиотека Жарской школы-интерната. Сегодня это Национальная библиотека. Республика Хусари Ростонова Россия Федерация Хастбарджи Миневар Марат Кулахметов Яран Хасы Бахатыд Залу Лава Гразга Фалтарма. Самай Уэдон Сергу Мазда Хойчинку Тырдам Ама Факаздык Дарканой Сазоны Динатта. Я хочу пожелать всем читателям, всем молодым читателям библиотеки. Приятных ощущений. Погружайтесь в мир литературы. Это все-таки будущее. Только благодаря литературе вы обращаетесь и понимаете,
знание, суть жизни. Мазалы Цичинуажи Тахсануэ, Дом Русского зарубежья, Миневар Светлана Романова. Уэрэм бэрдвай вджитэн радзэртау Россия миграции истории Фадылфон Цикусткэнэ. Амма хасты тэрай растыл, амама андарбаста тима басын атта свидар кэнэнэ. Фадыл. Равдэстой Масармагон документалун кину нэвдар. Уэфэста Светлана Романова. Цибэртай радзэртау библиотекаэн Цичингу табалавар коттой уэдон тэхай. Мы предлагаем вашему вниманию довольно много книг, посвященных исследованиям русского зарубежья. Я должна сказать, что это очень интересная тема, и даже вот для представителей школ, школьников, вот у вас здесь отдельный стенд с книжками про Пушкина. Это и его произведения, и исследования о нем. Библиотека Цичингута была в Аркутой удонах санису рысак Чингута аппатфадыздаханта. Загаменудасам нусы рысак классикон литература дуэнам нусы райдианы. Зынконтар автор такостыта советон садисаева дон литература ма бира андарта. Уйфаста дом русского зарубежа имена вар ама анахарсисы номал библиотека директор Цичинах давай бафыстой лавар канэна акт захга. Спасибо большое. Уйфаста аппатурым бирдва вджитан фадатуд зала азилынан. Ама чингута экземпляр тафенынан. Хацила варбасахстан ахшияк бинат библиотекай фонды. Кобустагунда чихой тальдина информацион рауахт абун. Дзава районе музикалун корт амунд фавазек цхинвала районе костая кэмэ. Музиканта сисфэлдистад равдэстуй бинатун айвад варжитан. Концерт кодалсад уйфаделу народу нармэг. Цхинвал районе костая кэ уагдарсад концерт зау районе культурай управлении корт амундад. Мазал уагдарсад культурай министрады кэ парисай республикай районте культурум программаты кэрэдзиян равдисэн фэлгэдді. Амунды корт равдэста ялы хозон репертуар бинаттон культурай кэздэгэмэ бирэверсэг зинад. Вокалон инструменталон горд амунду ртезен гонд музыкантай конд. Алкаце дэрдзе коллектив мэхэсэ уникалон стиль амадасны адуэдон канд музыкани хэст кэнэнц фаламоса хэдэк фэссэн зоржи тэдэр. Уйта сэнсэ ай водэндэдтэ имасэн алон каздэг зинад. Культурный вензинет Акас Кенен скандал район Т. Айвадона Хесткенджет Базоненне, Фелема Сержет Керадзиме, Хеларадона Хастет Фидардар Кененен, Концерт Фестивжетем Гескея Басата Генджет Банев Свертой Зерге Ахам Мозел Тавазгея, Дартер Дерфа Кездек Дер Кензесте, Республика Эйсарт. Музыкант Сезаржет Эхес Коттой, Уадонай Бире Тезент Гондесте Сержетен, Эме Эхсес Гонай Зардесте Симем, Артист Эйц Хорзердей Равгаме Эхсес Гон Энергицет, Вей Эцегей Дер Арест та барак бунун атмосфера. Алла музыкалу номера фестедар костестер кухамдзах изар ацагай дарвед музыкай барак бон. Хама сцена макашет зардатен уақта ирден каранте. Отата Алена Газата Елена Кумаритат Фадима информацион рауақда бон. Дартар базунгеут на республике суткай даргат сахан бон гадудзан уима.
Знаур районы дзен Ивгосест буней форест градусы хсевето хсес. Дзаур районы Ивгосест буней хсес градусы хсевето рте. Уордзен мид. Койсойдер Ивгосест буней рте градусы хсевето ю. Уордзен мид. Ленингур районы Ивгосест буней дес градусы хсевето хсес. Республика столица Цхинвалидер дзен Ивгосест буней форест градусы хсевето хсес. Роордзен кевдо. Охеу дестанобун хоберте, народу фимбалд мейфира.